Добрый вечер, дорогие телезрители. Не забывайте носить маски, мойте руки и не трогайте руками лицо. Ведь вирус не дремлет. По медицинским данным, сейчас в отделении для пациентов с коронавирусом находится 157 человек и 14 в реанимации. О том, как обезопасить себя и своих близких от инфекции, расскажет наш гость Виктор Валентинович Сорокин, заведующий медицинской профилактикой отделения медицинской профилактики Центральной городской больницы. Здравствуйте. Здравствуйте. Я напоминаю, что присоединиться к нашей беседе может абсолютно любой желающий. Достаточно позвонить по номеру телефона 25-64-22. Также присылайте свои сообщения в мессенджеры. Все номера указаны на экране. Ну и также прямо сейчас идет прямая трансляция в аккаунте «Импульса» ТВ «Импульс» в Инстаграме. Виктор Валентинович, расскажите, какая обстановка на данный момент в нашем городе? Сколько успели людей пройти диспансеризацию за период июня? И я знаю, что на данный момент у вас была углубленная диспансеризация для тех, кто переболел коронавирусом. Что это такое? Расскажите. Ну, ситуация в городе Новый Уренгой у нас такая, что временно приостановлена деятельность отделения медицинской профилактики в связи с ухудшающейся ситуацией по коронавирусной инфекции. И, к сожалению, с завтрашнего дня отделение уже работать не будет. Будем надеяться, конечно же, что все-таки диспансеризация у нас будет возобновлена. Надеюсь, что будет возобновлена она уже в этом году. Все зависит от того, какими темпами будет проводиться вакцинация населения. То есть ситуация ухудшается по заболеваемости? Да, это действительно так. Ситуация ухудшается по заболеваемости. Не только отделение медицинской профилактики временно приостановило деятельность, ряд еще других отделений. То есть добавляются новые койки для лечения новой коронавирусной инфекции. Надо вакцинироваться. Это точно. Нужно отметить, что информация достаточно срочная. Вот буквально перед эфиром мы об этом узнали. Хотелось бы все-таки узнать, что включает в себя углубленная диспансеризация для тех, кто переболел коронавирусом. Я надеюсь, что в ближайшее время ваше отделение опять начнет работать и принимать пациентов. Вот расскажите подробнее, что она в себя включает. Углубленная диспансеризация – это профилактический осмотр, который направлен именно на выявление последствий перенесенной коронавирусной инфекции и коронавирусной пневмонии. То есть исследования, которые входят в этот профосмотр, они в первую очередь смотрят, что же произошло с легкими в результате болезни перенесенной. То есть упор делается на легкие? Да, легкие и сердечно-сосудистая система, риски развития тромбов, то есть тромбообразования. Как мы знаем, серьезные очень осложнения после перенесенной коронавирусной инфекции, они могут привести к летальным последствиям уже после того, как человек выздоровел. То есть именно вот эти вот так называемые тромбообразования. Вот я хотела поинтересоваться, все-таки после болезни, когда человек выздоровел после коронавируса, легкие меняются? Ну, то есть есть какие-то такие серьезные изменения в легких или это все индивидуально как-то? Все зависит от того, что же было на самом деле с человеком. Была это просто коронавирусная инфекция по типу ОРВИ или это была коронавирусная пневмония. И зависит и от того, какой был процент поражения легких, если это была коронавирусная пневмония. То есть чем больше процента поражено легких, последствия перенесенной пневмонии, да и в принципе не только коронавирусной, а любой пневмонии, но при коронавирусной достаточно часто это проявляется. Это различные изменения фиброзного характера. То есть, появляется фиброзная ткань? Конечно, фиброзная ткань появляется. Значит, вы могли бы рассказать нашим зрителям, что это такое? Просто я знаю, что такое фиброзная ткань. А вот наши зрители, я думаю, что будет им интересно об этом узнать. Когда нормальная, здоровая легочная ткань, значит, под воздействием вируса погибает, это как рубец в легких, то есть на это место нарастает соединительная ткань, которая, конечно же, не функционирует так, как нормальная легочная ткань, то есть она не участвует в газообмене. Это своего рода как вот, ну, рубец келоида на самом деле, да, только в легких внутри. И, естественно, от этого страдает именно газообмен. Значит, то есть дыхание нарушается? Конечно, нарушается дыхание, нарушается процесс усваивания кислорода легкими, дальнейшая его доставка в кровь. Соответственно, человек будет испытывать какой-то недостаток в этом. Дискомфорт. Дискомфорт в этом, да, недостаток. Это может повлиять на серьезные хронические заболевания, вплоть до обструктивных изменений, значит, ну и там в дальнейшем большое количество. А есть какие-то рекомендации для тех вот людей, которые как раз мы с вами обсудили,
имеют какие-то нарушения в легких, то есть тяжело перенесли коронавирусную инфекцию и образовались в легких какие-то уже рубцы, ненужная вот эта вот ткань. Как себя нужно вести, что выполнять, чтобы в дальнейшем вот как-то все-таки привести свою жизнь в более комфортный ритм? Есть такое понятие, как дыхательная гимнастика. Ну, вы знаете, к дыхательной гимнастике вот часто говорят, ну, давайте шарики. То есть очень просто стараться в день надавать несколько раз вот эти вот шарики пресловутые, да. Но также и активные прогулки на свежем воздухе, то есть активный образ жизни, они будут способствовать тому, что все-таки будут поддерживать легкие в тонусе, да, так скажем. То есть 30, минимум 30 минут в день прогулки в умеренном темпе. А чем больше вы ходите по полчаса в день, будет появляться желание ходить и побольше. То есть нужно смотреть по ситуации, по самочувствию и постепенно, конечно же, увеличивать это количество, которое проходит человек в течение дня. То есть 30 минут – это самое начало, и стремимся к большему. Значит, активные занятия спортом, активные виды спорта – это будет очень положительно сказываться на легких. Это, конечно же, те люди, у которых это получается. Но те люди, которые по ряду определенных причин не могут, например, очень там, достаточно длительно гулять, с сопутствующими хроническими заболеваниями суставов, например, да, с какими-то другими заболеваниями хроническими, различные варианты дыхательной гимнастики, их можно в свободном доступе найти в интернете, то есть проводится она дома. Как это делать? Очень много можно рассказывать по этому поводу. Различные упражнения физические в сочетании с правильным дыханием. То есть, так могу сказать просто. А есть что-то вот медикаментозное, что необходимо пить, возможно, чтобы улучшить самочувствие и помочь клеткам быстрее генерировать? Восстанавливаться. Восстанавливаться, если мы говорим о недавно перенесенной пневмонии, то витаминотерапия, то есть определенный прием витаминов, их всегда прописывают лечащие врачи, то есть тут проблем никаких нету. Ну а если какие-то уже заболевания присоединились, да, то там только по рекомендации лечащего врача назначается лечение, которое нужно соблюдать. У нас есть уже вопросы от зрителей, я предлагаю начать на них отвечать. Через какое время после того, как переболел, можно делать вакцину? К сожалению, зритель не уточнил, я думаю, что коронавирусом переболели. И через какое время можно делать вакцину? Ставить, то есть, вакцину? Через 2 месяца можно ставить вакцину. То есть полное выздоровление и только через 2 месяца можно поставить вакцину? В зависимости от эпидемиологической ситуации, в принципе, можно уколоться и поставить вакцину. И раньше, да. Но, в принципе, какой-то период времени после того, как человек перенес коронавирусную инфекцию, иммунитет присутствует. Но даже несмотря на то, что он присутствует, лучше вакцинироваться. Лучше вакцинироваться – это то, что может спасти действительно жизнь. А если, например, человек переболел, ну, обычной простудой, через какое время ему можно ставить вакцину? Когда выздоровел, то есть когда острота процесса воспалительного заболевания прошла. То есть в этом случае быстрее, прошла, да, все может произойти? Да, естественно, побыстрее. Угу. Ну, опять же, под контролем врача, то есть врач выписывает, закрывает больничный, человек дает все необходимые рекомендации по поводу вакцинации. И все, он может ставить вакцину. Давайте вернемся к нашей начальной теме. Мы с вами обсуждали диспансеризацию. Есть какая-то статистика, сколько людей все-таки успели пройти углубленную диспансеризацию? Именно углубленную диспансеризацию, вот с самого начала, как она началась, успело пройти 13 человек. 13 человек. Да. Нужно напомнить, что она у нас началась с 1 июля, да, все правильно? Да, все верно. Угу. То есть за эти вот буквально несколько дней 13 человек смогли пройти. Сегодня у нас 7 число, минус воскресенье, то есть суббота, это тоже рабочий день. Вот, пожалуйста, за это время успело пройти 13 человек. Работа по проведению углубленной диспансеризации выстроена таким образом, чтобы человек прошел все за один день, по факту. Но это нужно сделать, для того, чтобы это сделать, так скажем, нужно прийти прямо с утра. Потому что если пациент придет позже, допустим, после обеда, все сразу же вот так вот пройти в один день, его, наверное, не получится. А пациент, который пришел с утра, он замечательно проходит углубленную диспансеризацию за один день, вплоть до второго этапа. Угу. То есть даже второй этап, а во второй этап входит УЗИ сосудов нижних конечностей, УЗИ сердца или компьютерная томография легких. По показаниям. Это очень важно заметить, что по показаниям. Угу.
Но если есть какие-то осложнения, вы направляете человека уже непосредственно к тем врачам, которые могут и занимаются направлением, да? Вот, естественно. Где, то есть, где осложнения? Если есть необходимость дальнейшей консультации каких-то специалистов, то дополнительно специалистов, все рекомендации мы даем. И максимально стараемся помочь человеку записаться к этим специалистам. То есть, по факту, даже записываем его, минуя регистратуру, то есть, чтобы как можно меньше. Ускоряете процесс. Естественно, да. Естественно, всяческая помощь для того, чтобы максимально быстро достичь желаемого результата. Наша съемочная группа не так давно буквально была у вас в отделении. У нас есть сюжет на эту тему. Я предлагаю его посмотреть, и затем мы вернемся к нашей беседе. Тест шестиминутной ходьбы – одно из дополнительных обследований углубленной диспансеризации, которая с начала месяца стартовала по всей стране. Посильная нагрузка помогает выявить патологии органов дыхания. Как известно, у людей, перенесших новую коронавирусную инфекцию, чаще всего наблюдаются проблемы именно с дыхательной системой. Также очень часто страдают сердце и сосуды. Это еще одно осложнение из-за разряда постковидных. Добавлено измерение на дедимер. Это специальное исследование, которое позволяет выявлять возможность тромбообразования. Значит, как мы все знаем, коронавирус он влияет на то, может повлиять на образование тромбов, то есть это актуально очень. Но опять же, тут нужно смотреть, что это исследование идет по строгим показаниям лицам, которые перенесли среднетяжелое и тяжелое течение заболевания. Кроме того, на первом этапе углубленной диспансеризации все пациенты проходят пульсоксиметрию, рентгенографию, спирометрию, а также сдают общий биохимический анализ крови. На втором этапе при наличии показаний добавляются УЗИ сердца, сосудов и компьютерная томография органов грудной клетки. Всех переболевших коронавирусом на обследование в поликлинику приглашают в индивидуальном порядке. Все пациенты, которые переболели коронавирусной инфекцией, они у нас все известны, то есть есть определенные списки, это регистр федеральный этих пациентов, ведется же учет серьезный. Вот, и, соответственно, их всех будут приглашать. Приглашать это в индивидуальном порядке. Могут быть звонки из поликлиники, от робота, из колл-центра, смс-сообщения и даже в кабинете госуслуг, в личном кабинете. Пройти углубленную диспансеризацию можно в течение одного дня. Дополнительные обследования позволят докторам оценить состояние здоровья и, если это потребуется, назначить лечение или направить пациента на реабилитацию. Виктор Валентинович, я знаю, что вы переболели коронавирусом, а потом мы с вами виделись в программе «Диалог в прямом эфире», где вы сказали, что у вас достаточно большой показатель антител. Скажите, вы поставили прививку? Да. Поставили давно? Нет, не очень давно, вот буквально, может быть, прошло недели 2,5. Два компонента? Одну, первую, только первую, да. Кстати, когда я ставил первую прививку, вот эту вот, у меня еще были антитела. То есть у вас были антитела, и вы все равно решили поставить? Да, и все равно я решил поставить. А вот какое у вас было самочувствие? Потому что очень многие пугают, что после прививки может быть плохо. Вот первый день, ну вечер по факту, потому что я уже ближе к вечеру поставил первый компонент. Легкое недомогание у меня вечером было. Ну вот такого ни температуры, ничего такого не было, легкое недомогание. Ну в принципе на этом все и закончилось. А вакцину все переносят по-разному, от чего это зависит? Индивидуальный иммунный ответ каждого человека. То есть иммунитет у нас разный, общие моменты одинаковые, но частные моменты очень разные, отличаются у всех людей друг от друга. И поэтому может быть как легкое недомогание, как у меня, до повышения температуры вплоть до высоких цифр. Этого бояться не нужно, такое может быть. А что делать? Вот, например, если высокая температура, стоит ли обращаться к медикам за помощью или как-то самостоятельно можно справиться? Обязательно обращаться к медикам за помощью при появлении высокой температуры. Угу. То есть тут даже не обсуждается этот момент. Но поверьте, сильно долго она держаться не будет. Есть редкие случаи, когда действительно она там какое-то время держится и прямо люди как будто бы болеют. Но на самом деле в общей статистике это очень редко. То есть это просто реакция организма? Просто естественная реакция организма. В каком-то смысле это доказательство человеку о том, что его иммунитет борется и нарабатывает себе вот эти вот антитела.
То есть это доказательство того, что вот идет борьба и что-то там запоминает этого врага. А в госуслугах есть дневник для тех, кто привился. Вы вели этот дневник? Нет. Не писали? Нет, честно скажу, потому что у меня нет в госуслугах. Ага. Честно. Надо это дело исправить. Это дело надо исправить, я понимаю, но пока что все мероприятия, связанные вот с этим, я возложил на жену. Она у меня, у нее есть госуслуги, и она меня записывает, если где-то что-то нужно. То есть я, к сожалению, ну, может быть, я просто даже не успеваю, если честно, по работе. Супруга еще пока не прививалась? Нельзя сейчас, нельзя супруге прививаться, у нее метод вот, потому что она кормит грудью. Угу. Для кормящих женщин это медотвод считается. А какие еще могут быть причины для того, чтобы отказали в вакцине? Острые ситуации, то есть острые заболевания. Если человек по факту болеет, вот хочет поставить прививку, но в этот момент он чем-то болеет. Это противопоказание, обычное противопоказание, как и при всех других прививках. А обострение хронических заболеваний, серьезное обострение, это тоже будет являться противопоказанием. Какие-то аутоиммунные заболевания, системная красная волчанка, к примеру, да, вот в каком-то процессе тоже своего рода обострения, тоже будет являться противопоказанием. У нас есть еще один вопрос от зрителя. Будут ли приглашать на ревакцинацию от коронавируса? Когда у нас начнется ревакцинация? Ну, я так понимаю, имеется в виду, вот, когда прошло уже больше полугода, да, после первой вакцины. Я думаю, что будут приглашать, и уже скоро совсем мы об этом должны услышать. Должна сказать, что мои коллеги практически уже все поставили вакцину. И прямо сейчас я предлагаю связаться с моей коллегой Верой Барановой. Это автор проекта «Обратная связь». Она сейчас находится в отпуске и поставила уже две вакцины. Предлагаю узнать, как у нее самочувствие. Вера, здравствуй. Добрый вечер, коллеги. Расскажи, пожалуйста, как твое самочувствие? Самочувствие прекрасное. Передаю вам привет, солнечный привет из курортов Краснодарского края. А прививку я поставила еще где-то 5 месяцев назад. Первый компонент 2 февраля, а второй компонент в праздничный день, 23 февраля. Ну и что касается сегодняшнего моего самочувствия, я себя чувствую прекрасно. За эти полгода я могу сказать, что я не болела даже какими-то простудными заболеваниями. Ну а что касается прививки самой, вот в первый день, на следующий день, вернее, после прививки, была температура 37, ломила немножко так суставы, была такая слабость, немного и головная боль. Ну, в общем-то, наверное, как при любом заболевании с температурой 37. Уже на следующий день я чувствовала себя полегче, ну, а на третий день, наверное, я уже и забыла о том, что поставила прививку. После второго компонента было чуть тяжелее, не скрою, температура держалась 38,4. Но, собственно, я просто принимала Нурофен и шла на работу. Так что чувствовала себя прекрасно, и не было такого состояния, чтобы, ну, вот что-то прям совсем не было очень плохо, и я не могла делать какие-то обычные дела. В общем-то, могу сказать, что, наверное, перенесла прививку я легко. И, кстати говоря, врачи говорят о том, что если вот температура 37 держится, то это говорит прежде всего о том, что у вас хороший иммунитет, и, значит, у вас организм борется и вырабатывает те самые необходимые нам антитела от коронавируса. Что касается того, боялась ли я ставить прививку, ну, знаете, учитывая, что я поставила ее еще в феврале, на тот период не было такой, наверное, даже, может быть, массовой агитации, это было исключительно добровольное желание, мое личное. Я, как журналист, несу ответственность перед другими людьми, я не могу никого заразить, например. То есть когда ты каждый день находишься в разных локациях на съемках, ты понимаешь, что ты все равно так или иначе можешь заразиться сам и принести это, например, домой. И вот как мама, мне бы, например, не хотелось тяжело переносить коронавирус, не дай бог, в реанимации. Поэтому это было абсолютно добровольное желание привиться, и еще ни разу об этом я не пожалела. И вот сейчас, отправляясь в отпуск, никаких у меня не возникло вопросов. Я распечатала сертификат свой о вакцинации. Собственно, он требуется для того, чтобы поехать в отпуск. Как минимум, его спрашивают в момент, когда вы вышли из аэропорта,
и подошли к трансферу, вас не пустят в автобус, пока вы не предъявите либо отрицательный тест на коронавирус, либо сертификат. Неважно, в электронном виде или в распечатанном, но в любом случае он у вас должен быть. Второй момент, когда вы уже непосредственно прибыли в отель, также на стойке регистрации все соблюдают социальную дистанцию и обязательно требуется этот документ. То есть фиксируется, что вы оказались в отеле и у вас есть вот такой заветный сертификат. Наверное, в самом городе, вот в Сочи, конечно, на курортах и возле моря люди ходят без масок, но на свежем воздухе, насколько мы знаем, мы, собственно говоря, маски и не должны носить. Но призывают в общественных местах, в магазинах, в общественном транспорте и так далее маски носить. И на курортах это требование соблюдается. Вера, большое тебе спасибо. Еще знаете? Да. Спасибо тебе большое за информацию. Желаем тебе хорошо отдохнуть и скорее возвращаться к нам. Спасибо, друзья. Хорошего вам вечера. Спасибо. Всего и доброго. Тебе хорошо. Пока. До свидания. Так, Виктор Валентинович, у нас есть еще несколько вопросов от телезрителей. А почему беременным можно прививать, а кормящих нет? То есть беременным ставить прививку можно, а кормящим нет. Ну, не совсем по адресу, честно, вопрос. Угу. Нужно больше его задать, наверное, эпидемиологам нашим. Это, наверное, связано с тем, что исследования с беременными проводились, а, возможно, с кормящими еще нет. Может быть, только с этим. Ну, то есть все равно индивидуально. Я думаю, что если девушка в положении, врач в любом случае будет смотреть на состояние. Да? То есть можно ставить прививку или нет? Врач будет рекомендовать прививку поставить, потому угу. что беременным прививку поставить можно. Угу. Хорошо. Антитела G6400, не знаю, как это правильно произносится, поэтому могу немного ошибаться. Что это значит? Перед прививкой пойду к терапевту. Антитела G6400. В зависимости от того, где проводилось исследование, можно сделать выводы. То есть вот разные тест-системы, у них разные референтные значения. То есть референтные значения — это та норма, которая у каждого человека должна присутствовать. Вот 6400, да? Например, тест-системы, которые проводились вот в Новоренгойской центральной городской больнице, вот у меня по этим тест-системам было 13 единиц антител, и это был хороший иммунитет. То есть если бы это количество антител применить вот к этой тест-системе, получается, у меня иммунитета в принципе-то и не было. И поэтому как-то сказать, что это 6400, есть иммунитет, нет его, нужно знать, каковы референтные значения именно в этой тест-системе. Угу. Вот и все. То есть пока мы не будем этого знать, мы не сможем сказать, есть там иммунитет или там его нет. А референтное значение — это та самая норма, которая, знаете, справа вот пишется вот на самом исследовании, на самом тесте, да? Справа пишется вот эта вот норма. Сколько в обычном состоянии у обычного человека вот этих вот антител должно быть. То есть по тест-системам, которые вот проводились в Центральной городской больнице, там было 1,3. То есть 13 — это, в принципе, очень хороший иммунитет. Понятно объяснил? Mm-hmm. Скажите, пожалуйста, вот для тех, кто хочет поставить вакцину, но не знает, куда обратиться, могли бы вы сказать, как сейчас это осуществляется? Я знаю, что на данный момент, по-моему, все строго по записи. Да, по записи, по единому номеру нужно позвонить, и переведут на колл-центр и помогут записаться. Да, на удобное время и на возможное время. То есть сейчас уже бывают такие ситуации, что и записи-то нет. Угу. Люди позанимали очереди эти. И это хорошая тенденция. Ну, то есть может быть такое, что человек, например, записался, а вакцинация у него состоится там через неделю, да, примерно? Ну, наверное, честно вам скажу, я пока что с этим не сталкивался, но, возможно, да, но не могу сейчас ответить прям настолько достоверно на этот вопрос. А у нас есть первый дозвонившийся зритель. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Плохо слышно, можно еще раз, пожалуйста? Что-то со связью, могли бы вы еще раз озвучить свой вопрос или оставить свой вопрос нашему специалисту?
Хорошо, спасибо. Сейчас наш координатор передаст ваш вопрос, и мы на него ответим. К сожалению, немного связь подводит. Почему в городе запись на прививку только на конец июля? Вот такой интересный вопрос нам пришел от зрителя. Я сейчас не смогу. Угу. Я думаю, что это, в принципе, не к вам. Это, это нужно обратиться не в моей компетенции, на себя. В справочную. Я правильно понимаю? Ну, обратиться в колл-центр, в регистратуру, да, в колл-центр, угу. И выяснить, в чем причина. Еще один вопрос. Всем ли нужно делать КТ при положительном тесте ПЦР? Если нет отдышки? Компьютерная томография делается в случае подозрения на пневмонию. То есть, значит, поражение легких? Да, то есть если есть поражение легких, то проводится компьютерная томография. Если поражения легких нету и, в принципе, просто положительный тест на коронавирусную инфекцию, нет смысла делать. Я думаю, что в любом случае специалисты понимают по состоянию человека, нужно ему делать КТ или нет, и лучше все-таки провериться, чем потом окажется, что уже запущенная стадия пневмонии. Это конечно, не шутка. Нужно наблюдаться просто, если тем более это положительный результат на коронавирусную инфекцию. Все эти пациенты должны находиться под наблюдением. Так оно и происходит на самом деле. И при ухудшении ситуации, при усугублении симптомов, врач делает выводы, есть ли необходимость в рентгенологическом исследовании. Еще один вопрос. У меня в справке уровень антител 1 к 6400. Что это значит? Ну, опять же, не видя саму справку, я не могу сказать, что это значит, каковы референтные значения. Вот, опять же, сколько в норме, теста, да, по этой тест-системе должно быть антител G. Ну вот с таким вопросом вообще могут люди обратиться в поликлинику, если нужно получить какой-то ответ? Ну, естественно, в принципе, по всем медицинским вопросам можно обратиться на прием к своему участковому терапевту. И наверняка все вопросы найдутся. На все вопросы найдется ответ. Но только нужно принести с собой этот документ, который показывает, что там вообще за антитела и что там в нем написано. Врач обязательно сориентируется. И я сориентируюсь по факту, только мне нужно посмотреть, что это такое на самом деле. Вот как раз женщина, которая к нам пыталась дозвониться, но, к сожалению, из-за технических сбоев мы не смогли услышать вопрос. Коллеги передают. Ольга Владимировна, 68 лет, у нее сахарный диабет и ишемия. Можно ли ставить прививку от коронавируса? Нужно. Нужно, нужно, да? Обязательно, потому что с таким количеством хронических неинфекционных заболеваний, очень серьезных, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, если такой пациент заболеет коронавирусной инфекцией, это может привести к очень печальным последствиям. То есть человеку необходимо быть среди первых, кому вообще нужно ставить прививку? Это группа риска. Угу. То есть группу риска нужно вакцинировать в первую очередь, поскольку риск тяжелых осложнений коронавирусной пневмонии у этих пациентов очень высок. То есть людям старшего возраста нужно идти в первых рядах? Да. Я уговорил маму свою, значит, тесте с тещей уговорил, вот они согласились, но пока что вот еще не поставили. А, не поставили. Пока еще нет, но я их уже уговорил. Кто-то уже из ваших родных поставил? Да, мама поставила. И как она себя чувствует? Замечательно, все хорошо. Легко перенесла? Все перенесла хорошо. А вы знаете, вот говорят, что молодежь переносит сложнее, чем люди старшего поколения. Вот это правда или все-таки больше индивидуально все зависит? То, что молодежь переносит сложнее и тяжелее, то есть последствия вакцинирования, это лишь указывает на то, что у молодых более активный и жизнедеятельный иммунитет. Это хорошо, что какая-то реакция проявляется. У пожилых порой вообще никаких реакций нет. Вот у моего дедушки вообще никакой реакции не было после того, как он поставил первый компонент вакцины. То есть сколько лет? Больше 80. И поставили вакцину, и да, все хорошо? Все хорошо, все замечательно. После этого... То есть не нужно этого бояться, можно смело ставить? Нет, конечно же. Ну, я не враг же своему дедушке, правильно? То есть я его уговорил о том, что нужно обязательно. Учитывая возраст, это необходимо. Угу. Хорошо. Ну вот из-за сложившейся ситуации с коронавирусом были, скажем так, ужесточения по отношению
к тем, кто приезжает в наш город, да, то есть для тех, кто не проживает на территории округа, необходимо теперь предоставлять ПЦР-тесты. Вот как вы считаете, хорошо ли это, вообще нужно ли это делать, или просто люди вот разделились, знаете, на две коалиции. Кто-то говорит, что это нужно, кто-то говорит, что не нужно. Вот как вы считаете? Я считаю, что это необходимость. Это необходимость, потому что, учитывая то, какое большое количество вахтовиков к нам приезжают сюда, город строится, ремонтируются дороги, облагораживаются детские сады, дворы, значит, и поэтому это все люди делают. И часто это делают люди, которые приезжают сюда из других городов. То есть можете себе только представить, если бы не брали тесты на ПЦР, не проводили тесты на ПЦР у этих людей, они были бы с коронавирусом. Это что было бы здесь у нас? Была бы вспышка опять. А никто не хочет, чтобы что-то подобное, как прошлым летом, у нас повторялось. Делается все возможное для того, чтобы сдержать вирус и сделать ситуацию более стабильной. У нас есть сюжет, как проходит досмотр ПЦР-теста в аэропорту. Предлагаю его посмотреть, и затем мы продолжим нашу беседу. Пассажиры с ямальской пропиской проходят по левому коридору, гости города по правому. У непривитых при себе обязательно должен быть документ, подтверждающий отсутствие коронавирусной инфекции. Контроль ведут специалисты департамента общественной безопасности и гражданской защиты. Таким мерам пришлось прибегнуть из-за резкого роста числа заболевших. Только за последние сутки на Ямале выявлено 92 новых случая заболевания COVID-19. Справка действует в течение 3 дней. Она должна быть не позже 3 дней предъявляться. В принципе, посмотрели, ну, скажем так, эти меры не создают, скажем, дополнительных временных трудностей. Все достаточно быстро, оперативно. После предъявления очередь достаточно быстро уходит. Специалисты Департамента общественной безопасности администрации города, они наделены полномочиями на составление административных протоколов как раз при выявлении подобного рода нарушений. Соблюдаются ли правила въезда в газовую столицу, проверил глава города Андрей Воронов. Возвращаясь самолетом из командировки, ему и самому пришлось пройти через мобильный пункт контроля. На своей странице в Инстаграм он написал: «Проверяют прописку, наличие вакцины и отрицательный ПЦР. Что еще заметил, не все пассажиры в масках в автобусе и в зале ожидания. И не всегда им делают замечания по этому поводу. На ближайшем заседании оперштаба обсудим это с коллегами». Вся информация о правилах въезда в Новый Уренгой есть на просторах интернета. Те, кто приезжает работать вахтой, о необходимости иметь при себе справку или заранее привиться, должен уведомить руководитель. Понимая всю серьезность ситуации, большинство пассажиров ответственно подошли к данному вопросу. Руководство сообщало, да, то, что будут проверять и подготовились, соответственно. Если требования должны быть, то надо выполнять их, и как бы мы не против. Я здесь не первую вахту приезжаю. Когда приезжал первый раз, то же самое было. Но в данный момент я сейчас приехал даже с прививкой. Все равно делал тест, потому что, надо так надо. Тех, кто уже прилетел в город, обратно не отправят, но специалисты Департамента общественной безопасности возьмут таких людей на контроль, предварительно составив протокол об административном правонарушении, и обязательно сообщат руководству организации, в котором работает прибывший в город пассажир. Мы призываем соблюдать меры безопасности, носить маски, мыть руки и не трогать руками лицо. У нас есть еще вопросы от зрителей. Работает ли пункт вакцинации в ГДК «Октябрь»? Всю информацию по поводу мест вакцинации можно узнать на сайте Новоуренгойской центральной городской больницы. И телефоны, и время. Могу сказать точно, что я знаю по факту, это то, что все происходит сейчас по записи. По записи. Да. Еще один вопрос. А если я молодой, после прививки не было никаких реакций, это плохо? Это неплохо. Это индивидуальный ответ организма. Угу.
Я знаю, что вы ранее, до пандемии, сотрудничали с организациями, проводили различные мероприятия, акции. Скажите, успели ли вы в июне, возможно, весной провести какие-то акции? Ну, с начала года, естественно, мы провели ряд различных мероприятий, которые можно вот вспомнить. Ну, вот самые ближайшие, которые вот недавно совсем были, это «Бирюзовая лента», Всемирный день отказа от табакокурения. Вреднейшая, отвратительнейшая привычка. Нужно напомнить, что вы сами, да, бросили? Да, я уже сколько, 4-й год уже у меня идет. Как а сколько лет курю. До этого курили? 10 лет. То есть 10 лет, и потом смогли все-таки справиться с этой привычкой? Да, ну я справлялся при помощи никотин-заместительной терапии. Я пропил препараты, Табекс непосредственно, и у меня получилось. А сколько вам понадобилось времени, чтобы избавиться от этой пагубной привычки? По курсу приема препарата около 22, что ли, дней, там сам курс весь происходит. И все уже после этих 22 дней я уже не курил и препарат уже не принимал. Но, скажу вам честно, это настолько вот прилипчивая штука, что даже вот сколько лет уже прошло, изредка, редко, кстати, с каждым разом все реже и реже, но иногда но... Желание проскальзывает, когда, да? Когда сильно стрессовая ситуация какая-то, вот вдруг появляется какая-то такая нелепая мысль, что «а если бы я курил, я бы, наверное, сейчас покурил бы». Но я ее отгоняю, потому что совершать эту ошибку еще один раз я не хочу. Угу. Вот по поводу мероприятия, акции, как она проходила? Традиционно проходила она с развертыванием островка здоровья, значит, где все желающие могли исследовать уровень сахара, холестерина в крови, измерить артериальное давление, ну и, естественно, поговорить о том, как можно бросить курить, куда обратиться, если есть желание бросить курить, что первое сделать, то есть различные рекомендации по здоровому образу жизни. Потому что бросать курить нужно, это же не просто вот только зацикливаться на этом самом процессе. К этому нужно подойти с разных сторон. И в первую очередь постараться занять себя чем-то. Активный образ жизни – это вот именно то, что позволяет в подобной ситуации немножечко тоже отвлечь себя от всех вот этих вот, от этой тяги так называемой. Знаете, вот я читала в интернете о том, что люди, которые курят, тяжелее переносят коронавирусную инфекцию. Я вам скажу так, что если есть какие-либо заболевания легких, бронхолегочной системы, или, естественно, ежедневные отравления и ежедневная интоксикация, значит, и продуктами горения сигареты, да, и вы знаете, сейчас вот новомодным стало не только такие сигареты, которые зажигалкой поджигаются, да, различные электронные сигареты, там какие-то вейпы или как это называется и так далее. Значит, очень в принципе, много среди молодежи. То есть я была удивлена, когда видела у несовершеннолетних различные устройства наподобие. Ну понятно, что они якобы идут без никотина, но тем не менее суть не меняется. Да, это печально, конечно же, наблюдать такое, особенно когда это несовершеннолетние, которые еще не понимают о том, что же, какие последствия будут в дальнейшем. Так что, естественно, когда какие-то проблемы с бронхолегочной системой, коронавирус будет протекать тяжелее. Угу. Это однозначно, тут даже не нужно и медицинского образования иметь, чтобы такие выводы сделать. Электронные сигареты точно так же негативно сказываются на легких, то есть, в принципе, эти люди тоже в группе риска, как сказать, с вероятностью того, что они сильнее заболеют коронавирусом. Что заболевание будет протекать тяжелее, угу. Да, естественно, конечно же. То есть легкие и так уже напрягаются, и так уже какие-то вот в них какая-то борьба происходит, в первую очередь, они борются. Правильно, то есть наш организм, это чужеродный агент, он всячески отталкивает это, вырабатывая на это слизь, собственно говоря. Правильно? То есть организм ослабленный, поэтому инфекция его может захватить намного быстрее, скажем так. Можно сказать, если... И осложнения могут быть, да? Конечно, конечно же. Ну вот если, например, а бывает так, что человек ведет здоровый образ жизни, но тем не менее тяжело переносит коронавирус. Бывает так, что человек курит, а переносит коронавирус легко. Такое тоже случается. Но вы знаете, это случается редко.
и строить какую-то статистику, делать какие-то выводы вот на таких случаях не совсем, наверное, будет правильно. То есть все равно все очень индивидуально. Конечно. Знаете, такие рассказы, когда вот у меня тоже на приеме были такие пациенты, которые говорили о том, вот мой дедушка там курит 80 лет, и у него все хорошо, и зубы все свои, значит, ничем он не болеет и так далее. Это, ну, значит, знаете, насколько крепкий организм. Насколько крепкий организм и насколько же редко это происходит в нашей жизни на самом деле. К сожалению, если, да. К сожалению, да. Или к счастью, наоборот, да. Я не знаю, как правильно с этой точки зрения рассмотреть, но это очень редко. И вероятность того, что какой-то другой курильщик тоже попадет вот в группу таких долгожителей, он очень низкий. Угу. Скажите, а вот другие пагубные привычки, например, алкоголь может также спровоцировать более тяжелое течение болезни? Да, значит, систематическое употребление, злоупотребление алкоголем будет приводить к более тяжелому течению этого заболевания. Это естественно, поскольку точно так же, как и в принципе с сигаретами, но с алкоголем дело обстоит еще хуже. Потому что тут страдает желудочно-кишечный тракт и, значит, страдает сердечно-сосудистая система. То есть целый комплекс, все целый органы комплекс. Практически. Это еще хуже и еще тяжелее. То есть люди, страдающие алкоголизмом, переносят коронавирусную инфекцию, пневмонию в частности, очень тяжело. Работая в коронавирусном госпитале, я сталкивался с такими пациентами, которые были в реанимации. То есть переносится это очень непросто. То есть это люди, которые с этой такой серьезной зависимостью, у них все это намного сложнее. Скажите, а вот готовясь к вакцине, ну то есть человек должен соблюдать какие-то меры, возможно, что-то нужно сделать, отказаться от алкоголя, к примеру, да, там еще что-то. Как подготовить себя к тому, чтобы вакцинироваться? Подготовить, значит, желание и уверенность в том, что это правильно, то, что вы это делаете. Ну и, в принципе, следить за своим самочувствием, чтобы вот вы понимали, что вот на этот момент, когда вы ставите эту прививку, вы ничем не болеете. То есть это не простуда, нет температуры, вы чувствуете себя хорошо. Обязательно консультация терапевта перед вакцинацией, и уже врач непосредственно делает выводы о необходимости, можно или нельзя, собственно говоря, поставить прививку. То есть, в принципе, это и все, наверное, желание. А вот чтобы помочь организму после того, как, вот, например, поставили вакцину, может быть, нужно больше воды пить, отказаться от чего-то? Есть какие-то рекомендации? Постараться не мочить место вакцинации. А какое количество времени? Ну, говорят, до 3 дней, 2 дня, 3 дня. Ну, так, если постараться... немного человек намочил, я думаю, что ничего страшного. Ничего страшного, да, ничего страшного. Просто обильно не нужно расчесывать. Да, и мыть хорошенечко мочалкой этого дела нежелательно. Потому что еще, вы знаете, немножечко болит место инъекции на самом деле. Да, вот, то есть сама инъекция немного болезненная? Инъекция безболезненная совершенно. После укола немножечко болит рука. Рука у меня, кстати, да, вот я об этом не сказал, болела, может быть, пару дней. А с чем это связано? Ну, с тем, что вводят препарат, вот реакция организма местная такая. Угу. Ничего совершенно серьезного в этом нет. А после вакцины нужно воздержаться от алкоголя? Это тоже я читала на просторах интернета. Да, стараться желательно, значит, воздержаться от подобных интоксикаций. Значит, алкоголь – это одно из них. Постараться не употреблять. А какое количество времени? Времени? Ну, и до 3, наверное, угу. Хотя бы тоже, да. То есть вот эти вот 3 дня просто нужно следить за своим здоровьем? Не то чтобы следить, вы ну, знаете. Ну, прям тут... внимательно как-то. Да нет, нет, наверное, даже этого не нужно. Все зависит от ситуации и зависит от того, какие последствия после прививки. Есть ли температура и так далее. Если, ну, немножечко недомогание, что-то поднялась температура, да, и потом она ушла. Ну, зачем следить за этим? Занимайтесь дальше своей обычной жизнью. Все будет хорошо. Девушка нам пишет, переболела коронавирусом и после болезни заметила, что стала забывать постоянно... Постоянная слабость, что делать, к кому обращаться за помощью. Вот, кстати, это не единственный вот похожий симптом. Очень многие люди, которые переболели коронавирусом, жалуются потом на плохую память, депрессию и плохое самочувствие. Что делать? Я бы рекомендовал ей пройти углубленную диспансеризацию и в условиях больницы поговорить об этом. Это очень хороший вариант, вот, кстати, для девушки. Ну, я надеюсь, что скоро у нас уже диспансеризация углубленная начнет работать. Я приглашаю ее. Как только начнет работать отделение медицинской профилактики. А сейчас, в принципе, можно обратиться к участковому терапевту, рассказать про подобную симптоматику, ну и доктор уже по факту определится, что делать в этой ситуации.
А можно сказать, что сейчас новорингойцы стали больше заботиться о своем здоровье и внимательнее относиться к нему? Хотелось бы, чтобы было еще больше, но вы знаете, по статистике по проведенных обследований профилактических в отделении медицинской профилактики, в принципе, статистика, она из года в год она повторяет себя. И основные заболевания, которые выявляются в ходе проведения профилактических медицинских осмотров, это патологии эндокринной системы, это высокий холестерин, избыток веса, ожирение. То есть, вы знаете, все-таки, может быть, есть какая-то положительная тенденция, хочется в это верить. Но чтобы каких-то вот прямо серьезных сдвигов, я такого не видел. Ну, то есть коронавирусная инфекция не сподвигла людей больше следить за своим здоровьем? Или все-таки есть какие-то улучшения? Возможно, какие-то болезни стали реже встречаться? Нет, не могу ответить. То есть статистика пока остается прежней? Статистика пока прежняя, да. Сейчас лето, это прекрасная возможность заняться спортом, приобщаться к здоровому образу жизни. Расскажите, как можно укрепить иммунную систему и как правильно приобщаться к здоровому образу жизни? Значит, я так считаю, и в принципе это мнение еще и иных специалистов мировой известности, в первую очередь нужно обратить внимание на двигательную активность. Тем более летом нужно бывать на улице. Да, мы находимся с вами на крайнем севере, и погода очень часто нас тут не балует. Дожди и прохладно, но все-таки это не так, как у нас зимой, правильно? Есть и моменты, ради которых можно и нужно находиться побольше на улице. Прогулки. Значит, прогулки ногами именно, или это на велосипеде, если есть возможность. 10 тысяч шагов обязательно. 10 тысяч шагов в день. А вы ходите? 10 тысяч шагов есть у вас? 10 тысяч шагов в день нет. Сейчас я не успеваю, к сожалению, этого сделать, потому что слишком много времени провожу на работе. Ну, ситуация действительно требует сейчас особенного внимания от врачей. Надеемся, что ситуация в ближайшее время как-то наладится, и заболеваемость пойдет на спад. А что еще нужно делать для того, чтобы улучшить работу иммунной системы и приобщиться к правильному здоровому образу жизни? Второй момент, на который нужно обратить внимание, это правильное питание. Значит, самое важное, наверное, такое. Я бы сказал на втором все-таки месте. Двигательная активность на первом, правильное питание на втором. То есть рациональное употребление в пищу продуктов, значит, богатых клетчаткой, значит, продуктов свежих, чтобы были различные овощи, фрукты присутствовали в рационе. Значит, ну и убирать такие продукты, например, как продукты быстрого питания из своего рациона, это все очень даже вредит организму, стараться отказываться от различных фастфудов и так далее. Значит, правильность приемов пищи, то есть должен быть определенный график. Завтрак в обязательном порядке, он должен присутствовать. Его не нужно пропускать. Ни в коем случае завтрак пропускать не нужно. И вот хотя бы даже немножечко, но нужно позавтракать. Желательно делать это различными кашами. Это длинные, так скажем, углеводы, которые сразу же они не перевариваются, они перевариваются в течение какого-то длительного времени, и энергия постепенно поступает человеку. Но в чем польза завтрака? Польза в том, что организм просыпается. Значит, стимулируем его к активному обмену веществ. И вот даже, знаете, как говорят о том, что завтраки, они способствуют похуданию. То есть кушать нужно с утра, завтракать в обязательном порядке. На третье место нужно поставить правильный распорядок дня. Режим труда и отдыха, он должен присутствовать. Когда человек устает, это очень серьезно влияет на его иммунитет. На его... То есть работа без выходных, работа без выходных, она повлечет, да, она повлечет за собой обязательно какое-нибудь заболевание. То есть организм сдастся. Это, знаете, это вопрос как... времени. Это вопрос времени, да, он скажет, ну уже хватит уже, давай-ка уже отдохнем немножечко. Если ты не можешь отдохнуть сам, не можешь заставить себя, я заставлю тебя этой температурой, чтобы ты полежал. То есть первый симптом – температура? Ну, естественно, да, повышение температуры. А дальше что? Ну, например, человек игнорирует этот симптом. Идет на работу дальше. Ну, присоединяется, да, в различные повторные симптомы. Угу. Ну, какие-то иные, в данной ситуации это может быть даже
инфекция коронавирусная. Конечно. То есть организм ослаблен, и заболеть вирусом намного проще. Скажу это по своему опыту, потому что именно так я и заболела. То есть усердно работала, а потом все-таки оказалась в больнице. Поэтому могу на своем примере сказать, что берегите себя, это самое главное, ваше здоровье. Вот, и обязательно ставьте прививку, ну, чтобы избежать нежелательных последствий. К здоровому образу жизни что еще можно отнести? Значит, вот основные постулаты я сейчас перечислил, да? Ну, конечно же, одним из современных элементов здорового образа жизни можно отнести ежегодное прохождение профилактического медицинского осмотра или диспансеризации. То есть для каждого года можно придумать и найти, что может человек обследовать. Какой-то минимум, да, для совсем юных жителей города Нового Уренгоя это будет совсем незначительный минимум. Больше. Но в случае, если вдруг что-то найдут, его будут обследовать более детально. Конечно же, в случае, если что-то найдут, будут даны все необходимые рекомендации, к кому обратиться, куда пойти, и точно так же поможем записаться на прием. Для более старших поколений это добавляется в исследование больше и больше анализов. То есть, но найти, что можно обследовать, то есть мы всегда найдем. Поэтому одним из современных условий здорового образа жизни – это обязательное ежегодное прохождение диспансеризации или профилактического медицинского осмотра. А вот смотрите, если человек, то есть там есть год определенный, который проходит диспансеризацию, вот в этом году, да, например, там 90 какой-нибудь там год должны пройти диспансеризацию, то есть определенное. Если человек свой год пропустил, может ли он потом как-то встать в очередь и пройти диспансеризацию, ну, то есть не попадая под свой год? Следующий год, если он пропустил в этом году, он приходит в следующий, мы ему найдем, что он будет у нас проходить. А если, например, человек захотел прямо сейчас? Прямо сейчас придет. Ну, в данной ситуации, конечно, это невозможно. Да, ну, в данной ситуации, к сожалению, да. А так, в принципе, как только появилось желание, обратиться, и все у него получится обязательно. В продолжении темы спорта, например, после вакцины можно идти заниматься спортом или лучше воздержаться несколько дней? Несколько дней лучше воздержаться. Не напрягать организм. Да, перенапряжение не нужно. Ну, а потом обычный образ жизни. Есть еще один вопрос от наших зрителей. Что вреднее, обычные сигареты или электронные? Наверное, все-таки обычные это сигареты, это будет повреднее, потому что там продукты горения присутствуют. Но кто достоверно и вот со 100% уверенностью из курильщиков вот этих вот электронных сигарет может сказать, что он курит, что там за вещества находятся. Кто может вот прямо взять и сказать, я знаю, там находится то-то, то-то, то-то и то-то или другое. Никто не знает. То есть о составе мы ничего не знаем. О составе никто из них не знает. В принципе, как и ни один курильщик не знает достоверно всех тех четыре тысячи элементов, которые находятся в обычной сигарете. Вот если о курении и алкоголе мы говорим с вами много, то вот тема энергетиков не так часто звучала в нашей беседе. Вот что вы думаете по этому поводу? Энергетики, другие какие-то напитки с химическим составом, как это все сказывается на здоровье человека? Ну, во-первых, вы даже знаете, на этих самых напитках, на их таре написано о том, что противопоказано людям с тем-то и с другим. То есть там обязательно присутствуют различные нервные заболевания, беременные, кормящие женщины, люди с заболеванием желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы и так далее, и так далее. Там список, он не маленький. Естественно, если перечисленный контингент лиц еще будут и злоупотреблять подобными напитками, ну, к положительным моментам это однозначно не приведет. То есть различные заболевания желудочно-кишечного тракта, однозначно они будут присутствовать. Если говорить о витаминах, какие витамины вы бы рекомендовали бы добавить жителям севера в свой рацион? Вы знаете, помимо от витаминов, я бы рекомендовал обычный комплекс поливитаминов. Но вот вместо того, чтобы вот только витаминами повышать вот этот вот недостаток подобных веществ в организме, можно ведь обратить внимание на продукты, которые вот именно у нас на севере, которые наши, ягоды, наши грибы, значит, то, что растет здесь,
содержит огромное количество полезных веществ и витаминов, которые вот обязательно нужно эти продукты использовать в питании. И тогда о каких-то там недостатках витаминов, в принципе, наверное, даже можно будет и забыть. Скажите, вот что бы вы порекомендовали нашим телезрителям и жителям города, чтобы предотвратить заражение коронавирусной инфекцией, да и в принципе укрепить иммунную систему? В первую очередь отнестись очень серьезно к возможности вакцинироваться. Это нужно сделать для того, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией. А если уж и заболевание произойдет, это позволит не умереть от тяжелых последствий коронавирусной пневмонии. То есть вот что такое вакцина. Вакцина, она дает очень серьезный шанс. Потому что количество смертей, статистику, наверное, и так все постоянно видят. Количество смертей, оно не маленькое от коронавирусной инфекции. И, к сожалению, оно растет. Хотелось бы, чтобы все это уже закончилось, но нужно относиться к этому с пониманием того, что так просто это все не уйдет. Пока вот такое вот у нас отношение у окружающих людей. Вы знаете, порой даже и маски в автобусах не одевают. Уже вот немножечко расслабились. Нужно помнить о вот этих вот простых правилах. Значит, ношение маски. 1,5-2, лучше, наверное, все-таки даже 2 метра дистанция между людьми. Стараться не трогать лишний раз свое лицо, не чесать глаза, не чесать нос. То есть руками мы все вокруг трогаем. Руки — это у нас по факту источник инфекции на коже, там множество всего находится. Вот. Пользоваться индивидуальными средствами септики, прыскать на руки, убивать эти микроорганизмы и эти вирусы. Ну и вакцинация. Ну и последний вопрос, как вы думаете, когда закончится вся эта ситуация с коронавирусом, и может ли она закончиться, и сколько должно людей привиться для того, чтобы выработался коллективный иммунитет? 60% населения должно привиться от коронавирусной инфекции, чтобы выработался коллективный иммунитет. И, в принципе, уже такое количество привитых, оно позволит очень серьезно снизить все эти ограничения, которые сейчас начинают ужесточаться и приниматься. То есть мы сможем вернуться к нормальной, к прежней жизни. Да. Вы знаете, ряд европейских стран, которые подумали об этом заранее, это небольшие страны, маленькие, сейчас не могу вспомнить, что за государства такие маленькие, но у них полностью весь локдаун уже снят, и они, в принципе, ведут обычный образ жизни. Привычный для них, да, образ жизни. То есть этого достичь можно, и все в наших руках. Ну, я думаю, что это вопрос времени, конечно, и от решения непосредственно самих людей. Виктор Валентинович, большое вам спасибо, что вы пришли к нам в гости. Будем ждать следующей встречи с вами. Ну, а вы, дорогие телезрители, берегите себя и своих близких. До скорой встречи!